Всем привет, дорогие друзья! С вами Гидеон, и мы продолжаем проходить God of War. Итак, мы остановились на том, что я попал в другой мир. Нам нужно взять силу света, чтобы разогнать тьму в нашем мире. Забыл, в общем, как он там называется, но этот мир, как вы видите, очень красивый, зеленый и наполнен светом. Но что-то тут не так, света стало совсем мало. Что это такое? Нужно кинуть в этот топор. Отлично. Похоже, ты это убил. Топор решает. Ого, а это что? Это не наше дело. Соберись. В смысле не наш? Не знаю. Я бы помог. Мне не лень. Это, видимо, существа этого мира, но кто на них напал? И что здесь написано? Смотри. Что написано? Что-то про войну за свет. Не понимаю. Если свет нужен обеим сторонам, почему не поделиться? Вечная война ради торжества света. Того самого света, который нужен нам для Бевреста. Надо посмотреть, что по навыкам, потому что мне 3700 очков дали. Как бы, надо втратиться. А, я ж хотел потратиться, когда у нас будет новый уровень Агнес, топора. Из-за нее происходят многие войны. Да, именно так. Так что я пока, наверное, не буду все-таки тратиться. Потерпим немножечко. Интересно, этот гном сюда припрется? Он везде шастает? Пока неизвестно. Опа, что это? Серебришко пригодится. А? Что это? Они убивают светлых эльфов. Это война. Ее финал. Эти проиграли. Класс. Темные эльфы против светлых эльфов. Зашибись. Сейчас пойду им зад надеру. Воу! Ничего себе! Да... Один есть! Чё, охренели, что ли? Слави. Ничего, шустрые. Мы ничего не делали. Будут еще. Посмотрим бестиарий. Темный эльф. В отличие от светлых обитателей Альфхейма, темные эльфы предпочитают темные места. Может, поэтому они и хотят спрятать свет? Они умеют летать, довольно умны и способны согласовывать свои действия. В этом они превосходят большинство врагов, с которыми нам доводилось драться. Их оружие эффективно как в ближнем бою, так и на расстоянии. Прям как папин топор. Блин. Фигово! Фу, откуда взялась эта гадость? Ну ладно. Я понял. Просто пробить насквозь. Что-то сказал? Нет. А, ладно. О, прикольная маска. Мне нравится, когда они так открывают сундук. Еще один фрагмент шифра. Посмотрим, что с ним можно сделать. Пока ничего. Ждем еще двух. Ну, мы хотя бы ближе к свету. Сейчас навылезают. Стой, это Синдри? А? Если компас стал золотым, значит, где-то... Ну, цель где-то рядом. Внимательно осмотритесь. Угу. Опа, привет. Что приглянулось? Как они здесь оказываются все время? Я не понимаю. Там именно где я. Они следят за мной по-любому. Улучшение топора Левиафана. Так, Левиафан улучшить, улучшить. Класс. На закладке навыки доступны новые способности. Плюс сила подросла. И нужно замерзшее пламя на следующий уровень. О, смотрите, сколько рукоятей новых. Высокий шанс получить защитный барьер, поглощающий урон от вражеских атак при подбрасывании врага в воздух.
сила после подбрасывания, низкий шанс получить прилив ярости при успешном точном броске, высокий шанс получить силу при успешном броске, высокий шанс получить благословение силы при успешном ударе палача. Талисманы. Неограниченных возможностей. Мгновенное восстановление всех рунических атак. Постоянный эффект повышения силы рун. Так, талисман вечной ярости. Получение прилива ярости. Вызов ударной волны, наносящий умеренный урон от оглушения соседним врагам. Пассивный эффект восстановления здоровья при захвате оглушенного врага. Что-то не особо мне все это нравится, если честно. Ну что, ладно, печально. Давайте нагрудник, наверное, себе прокачаю. Ну, а что еще? Так, хорошо. Успешное улучшение. Больше ничего я не смогу качнуть, потому что ресурсов просто нет. Вот, можно улучшить... Давайте. Никуда бросать. Это важно. На что бы мне потратить свою серу? Ладно, давайте колчан улучшим. Так, все. Больше я тратиться не буду. Оставим пока так. Перейдем в навыки. Где у нас навыки? Вот у нас. Теперь третий тир открылся. Что у нас здесь? Увеличение объема вечной мерзлоты, получаемого при каждом успешном ударе топором. Выполняя уклонение, удержите, нажмите, чтобы выполнить быстрый бросок бумеранга. А это что? Нажмите R2 во время бега, чтобы произвести мощно. О, блин. Качи-качи, это надо брать. Так, здесь что? Серия с точным броском теперь сопровождается мощным взрывом при попадании. Ага. Прицельтесь и удерживайте R1, чтобы выбрать... Три цели на теле одного... О-о-о! Или трех разных врагов. Блин, прикольная тема. Прикольная, я возьму. Так, что такое удар палача? А, ну вот этот мой мощнейший удар. Клево. Все, потратили очки навык. А, что у Атрея есть? Может, я что-то у Атрея еще смогу качнуть? У него там недорогие навыки вообще. Повышение скорострельности когтя. Увеличение урона от стрел в ближнем бою. Ну, давайте это возьмем. Урон нам никогда не помешает. Все, готово, пошли. Только вот все равно я не нашел то, что искал. Тут надо, видимо... Да, тут пробить надо сразу три. Что это за хрень? Освободите лодку. Но это я и так смотри, понял. Там на берегу лодка. Угу, а вот проход. Вот проходик. Сейчас мы... Опа! Поплыли! Класс. Ну все, я понял, лодка, да. Лодка, я понял, подождите. Там ничего нет? Нет, все нормально. Ништяки не потеряли. Что сказал? Я молчал. Правда? Ну ладно. Мать говорила об этом мире. Немного. Только то, что эльфы вечно сражались за свет. И потому они здесь заперты. Прикольно, восстанавливающая роса Игдрасиля. Ну, естественно, вот ему кажется, что он что-то слышит. Я уже даже после первого раза начал догадываться. Не думал, что это просто так, знаете, фишка такая от разработчиков. Почему бы и нет? Что-то он слышит. Непонятно что. Эпический предмет. Напиток из росы мирового древа, обладающий длительными полезными действиями. Действием. Постоянное повышение восстановления на 2. Ага. И как мне его употребить? Ресурсы. Так. Ну и чё, вот я ее взял. Я её могу как-то использовать? Или она автоматически работает и постоянно бафает восстановление?
Сейчас восстановление 2. Честно сказать, я не знаю из-за чего. Ладно, поплыли. А? Я ничего тебе не говорил. Странно, мне показалось, что ты... Что с тобой? Голоса! Ты их не слышишь? Ничего не слышу. Теперь стихли. Они все кричали. Целая толпа, злая. Ты правда ничего не слышал? Нет. Они... злые. И когда он говорит «злые», он имеет в виду не рассерженные, а «они зло». То есть я по губам читаю, он говорит «evil». То есть не «angry» — злые, рассерженные, разъяренные, а именно «зло». Опа. Смотри, может, поздороваемся? Нет. Ага. Вдруг им надо помочь? Они нам не помеха, так что не стоит тратить время. Но нас их дела не касаются. А я точно не могу? Может быть, там где-то можно заплыть, проплыть? Нет, там все поломано. Ладно, греби, Кратос. Красиво, конечно. Очень. Погляди, наверное, это и есть храм. Мне кажется, это причал. Угу. Ого, тут тоже есть чаша с песком. Прочесть? Ну так. Что там сказано? Без меня или во мне только смерть ты найдешь, но со мной внутри жизни свет обретешь. Но тут нигде нет рун. А, надо искать. Назад в лодку. Что ж, ладно, давайте искать что-нибудь. Опа. Жаль, эльфы не могут все уладить. Альфхейм прекрасен, но война уродует его. Ты смотришь глазами ребенка. Хватит. Истории прибережем для корабля. Соберись. Ого. Там у нас мелкие засранцы. Приготовься! А чё тут готовиться? Так, трешак мелкий. А, зловещий кошмар. Эти кошмары могут нас немного ослепить. Я тут думал, что хуже уже не бывает. Так, а тут что? Тут вообще нужен лук, да. Но лук у нас светом не заряжен, поэтому как бы бессмысленно пытаться что-то сделать. Ого. Я справлюсь! Зараза. Беги за ними! Давай, 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 давай. Ха-ха. Есть. Все-таки подставился, блин, одному.
Как я так? Как я так, а? Ну тут бег и удар мне нравится, клевая тема. Такой. Да, это реально мощно. Причем довольно быстро откидывает их. В общем, классная штука. Что-то нашел. Так, набор артефактов. Боевые трофеи. В бесконечных войнах между светлыми и темными эльфами было потеряно множество бесценных реликвий. Надо их поискать и предложить Броку. Наверняка он даст за них много рубленого серебра. Эльфийский артефакт. Что это? Понятно, то же самое. А, еще одна дверь. Угу. Так просто мы не откроем. 3 из 7. Ясно. Нет. Тут надо подходить с другой стороны. А, вот, слушайте. Вот так вот, наверное. Все? Получилось! Есть! Блин, это было долго. Чертов сундук. Присесть-то я не могу. А как мне кинуть топор снизу? А, вот, кусок чешуи нашел. Надо же. Здесь у нас... Безумие ледяного великана. Сильная руническая атака. 3 мощных удара, подбрасывающие врагов в воздух. Оглушение плюс урон. Восстановление минута. Давайте попробуем. Смотрите-ка. Что-то я сбил. Не знаю, правда, что и для чего, но пригодится. Так, а давайте посмотрим. Может, я это что-то смогу подобрать? Угу. Золото, прикольно. Что значит, я смотрю глазами ребенка? На войне для солдата красота – это кровь его врага. Остальную часть души он теряет, на время или навсегда. Ты много знаешь про войну, правда? Войны ведут по 2 причинам – ради выживания или выгоды. Более опытный воин может выиграть бой. Но войны выигрывают те, кто готов пожертвовать всем ради победы. А что это? Да, интересная фигня. Ну, отсюда мы вроде как приплыли, да? Вроде как. Нет? Я, блин, не помню просто. Вдруг там ништяки какие-то. Нет, вряд ли. Область открыта. Святилище светлых эльфов. Бесит вот эти пулялки. Сдохни. Огонь, берегись! Ё-моё. Окей, я понял. А, это также надо пробить. Готов.
Вроде все. Угу. Ясно. Тут типа надо ускориться, да? Это вот можно открыть только сверху. Нормально. Будь готов. Следи за ними. Да, вот так. Шикарно. У меня топор заряжен, блин, классно. Классно, классно. Из-за успешных атак. Ну, это как бы бестолку. Ну-ка, откроем. А-а-а. Нет, так не работает. Пошли дальше. Опа! Что я нашел? Только тут непонятно, где какая руна. Прикольно, в сундуке все сложнее и сложнее. Причем даже не показано, вот я их бью. А, надо наугад, да? Так, вот это. Вот это. Нет, не то. Нормально. Изи. И у нас тут яблочко. Шикарно. 2 из 3. Чудесно. Вопрос только, как пройти туда. Смотрите, а это что? А, наверное, это выход просто отсюда. Так. Смотрите-ка. Он не может сломать. Видите, хитро сделано, чтобы я не мог это сделать. Ну ладно, черт его знает. Интересно, как на этот мост еще попасть. А, ну, наверное, оттуда и надо попасть на этот мост. По-любому. Просто вот здесь то же самое. Только если оттуда топор запущу, он пролетит сюда и... откроется этот вход. В общем, еще рано. Так, поплыли. Мама была воином. Она тоже воевала? Вроде того. Враги уничтожили ее семью. И выжила только она. Да, она шла по пути воина. Но ее целью было выживание в суровом мире. Пусть и в одиночку. И поэтому она попросила Синдри и Брока сделать топор? У нее была сила... Синяя дверь. Наверное, это вход. Блин. Идем. Осторожней. Что они делают? Мост исчез. Они накрыли этим кристалл. Зачем? Чтобы не пустить подкрепление. Ну, здрасте, блин. Берегись, отец! Неплохо!
Я еще и топор где-то оставил в лесу. Так, есть. Иди за ними. Черт! Блин, мне это не нравится. Они нереально мощные. Тихо. Тихо, спокойно, спокойно. Еще уклоняются, слушайте. Минус. Ай. Берегись, отец! Это была сильная атака. Да что ж ты... Да что ж ты делаешь-то? Ну-ка, давай. Да. Плохо я с ними разобрался. Очень плохо. Мне не понравилось. Так. Ну, видимо, усталость уже играет свою роль немножечко. Все-таки я более рассеян сейчас. Посмотрим, что это за фигня, что она делает. Ого. 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 Вроде что-то получилось. Кажется. Ничего себе. Темнее! Зашибись. Огонь! Берегись! Давай, давай, давай! Ну-ка, как мы эльфу мочим? Блин, это клево. Давай. Опа. Бам. Почему они нападают на нас? Потому что мы чужаки. О, восстановление здоровья реально работает, слушайте. Клево. Мастер-талисман, что это значит? Чтобы применить способности, нажмите. Ну, честно сказать, просто надо юзать способности талисман. Честно сказать, здоровье далось прям, ну вот, чуть-чуть. Просто, ну, капелюшечка вообще. Совсем капелюшечка. Такс. Пошли другой крутить, другое колесо. Эти гады еще пролетят. Еще какой-нибудь босс сейчас пролетит сюда. Ну ладно, надеюсь, что нет. Эй, смотри. Стой. Если сложить вот так, похоже на руну. Угу. Это бессмыслица. Идем назад к чаше песка. А, вот оно что. Мне бы сейчас хпшечка не помешала какая-нибудь завалящая. Так Брок и Синдри выковали топор, чтобы помочь ей выжить? У нее была сила владеть таким оружием и мудрость применять его только во благо. Она обрела цель защищать слабых. Значит, она помогла бы эльфам? Нет. Почему? Помогла бы. Отец, столбы и кольцо складываются в руну эльфов. Да. Что теперь? Что там сказано? Без меня или во мне только смерть ты найдешь. Но со мной внутри жизни свет обретешь. В общем, это вода. А-а-а. Мальчик! Это снова голоса, но уже другие. Это были не злые. Они просили им помочь.
Мы пришли за светом. Мне плевать, кто они и чего хотят. Да тебе на все плевать. Хочешь что-то сказать? Нет. Да я бы сказал. Ну ладно, нет. Батька у него такой, что будь здоров. Что это? Ого, что мы нашли? Вау. Отец, да? Те голоса, я... Их было сложно разобрать, но я уверен, что слышал голос мамы. Это невозможно. Но я слышал. Атрей, хватит. Ну, здрасте. Какие рога? Назад, быстро. О, он будет со мной танцевать? Черт, нет, он не будет со мной танцевать. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 оглушенный. Вот так, ништяк. Понеслась. Сейчас здоровья мало, надо... Черти полосатые, а. Давай. Вот так. О, упал. Лошара. Черт, черт. Да, я понял. Ярость. Сейчас еще этот большой пролетит. А, вот же он. Фух. Нормально. Кое-как потихонечку... Затащундрили. Фух. Ну что ж, дорогие друзья, у нас небольшой перерывчик, пока больше нас никто не нападает, и продолжим мы с вами уже в следующей серии. А на этом у меня все, с вами был Гедеон. Подписывайтесь, ставьте лайки, всем спасибо и до следующей миссии.